На этой витрине стоит жемчужина нашей коллекции, шар Свенского бала мы называем. Размер баскетбольного мячика, стеклянный шарик, но это машинная выдувка. По нашим предположениям, конец 19-го, начало 20 века, этот шар имеет клеймо. И вот по этому клейму как раз-таки мы пытались найти ему пару, но ни на одном известном нам интернет-аукционе мы не нашли похожий шар. Поэтому, возможно, это последний раритет, который остался в мире. Добыли, можно сказать, на блошином рынке города Будапешт. Такой большой-большой блошиный рынок, известный нам всем коллекционерам. И там иногда вот появляются такого рода артефакты, ну, которые на самом деле могут украсить, наверное, музей, ну, лучшие музеи мира. И я очень рад, что вот этот экспонат достался нам, и теперь он украшает витрины Национального исторического музея Республики Беларусь. Ну, конечно же, у меня, как у обычного советского ребенка, были, знаете, советские елочные игрушки, советская елочка. Ну, и мы, где мы ее наряжали всей семьей. Знаете, я думаю, что, возможно, из-за вот этих добрых воспоминаний о детстве, когда деревья были еще маленькими, родители еще были молодыми, и возникло такое необычное увлечение, как коллекционирование елочных игрушек. Ну, знаете, это не то, что был какой-то план собирать коллекцию, просто с годами, как, наверное, все люди, немножко путешествовал и привозил из разных стран не магнитики, не тарелочки, а елочные игрушки, ну, как символ той или иной страны, которую можно повесить на елочку и в преддверии Нового года вспоминать о перипетиях путешествий. Ну, а когда коллекция уже стала очень-очень большая и не помещалась дома, родилась такая идея, почему бы не показать ее людям. Может быть, будет кому-то интересно. И на самом деле было интересно. Наш выставочный проект «Музей елочных игрушек» уже открыл свои двери, распахнул свои двери 10-й год. Это, можно сказать, юбилейный год, и мы радуем минчан и гостей нашего города елочными игрушками. Здесь представлено более 70 стран. Вообще коллекция включает несколько тысяч экспонатов. Здесь, наверное, более 2500 экспонатов. Это не только елочные игрушки, но и иные артефакты, которые ассоциируются у нас с Новым годом, Рождеством. Это Дед Морозы, Снегурочки, это какие-то открытки, рождественские марки, это какие-то плакаты, газеты. Ну, все, что, ну, как бы, что несет память о Новом годе и то, что, ну, знаете, близко нашему сердцу. Елочная игрушка – это, прежде всего, отображение эпохи, отображение культуры. И понятное дело, что нашему, ну, наверное, потребителю в каком-то ключе, ну, нашему белорусскому, российскому, свойственные, ну, игрушки такие вот олдскульные, советские. То есть наши белочки, зайчики, почему мы как в свое время возродили фабрику и производим игрушки с белорусским колоритом. А в то же время, ну, например, опять-таки же на злобу дня можно такой пример рассказать, тоже там американская игрушка является одним из символов Нового года, потому что, ну, например, маркетологи компании Coca-Cola придумали образ нынешнего Санта-Клауса. Как бы мы ни относились к американцам, но это как бы это классно сделать символом Нового года этот напиток и этого героя. Но при этом американская елочная игрушка, ну вот у нас даже на выставке есть представлена, бывает даже довольно-таки милитаризирована, что показывает их как бы какое-то отношение к миру. У нас даже есть авианосец. Поэтому в каком-то ключе, конечно, елочная игрушка отображает ассоциации с той или иной страной. Там, например, если мы берем, чтобы такое взять бы интересное, ну, например, игрушки с Китая, у них свои традиции празднования Нового года, это китайские красные фонарики, китайские плакаты с пожеланиями, и, как мы знаем, красный цвет ассоциируется и с Китаем у нас тоже, потому что цвет флага. И это как-то коррелируется, с одной стороны, с теми традициями, которые у них есть, и новогодними в том числе. Мода влияет на игрушки, есть какие-то персонажи, которые появляются в медиапространстве, и они, ну, условно говоря, завоевывают и елочный игрушечный рынок. Ну, вы помните, было несколько лет назад, был такая мем в виде ждуна,
Ну вот, игрушки, видишь, нам мы тоже как-то производили. Не скажу, что это было какое-то там массовое производство, но такие запросы были. Сказать про дороговизну елочной игрушки для коллекции очень субъективно можно только. Потому что, ну вот, например, есть африканские игрушки у нас в коллекции, они сделаны из там, листа бананового дерева, там какой-то ангелочек скрученный там из веревочек. Там себестоимость продукции ноль, и только руки там тех, кто его делал, по-моему, в Уганде или в Руанде. Ну и там $5, условно, я, может быть, купил в эквиваленте. Но чтобы добраться до какой-то вот такой отдаленной части мира, чтобы там достичь той точки, где можно приобрести ту или иную, тот или иной артефакт, это как бы, ну, другие накладные расходы, это очень сложно сказать, какая игрушка дорогая. Причем, знаете, бывает, можно найти в антресоле какую-то старую советскую игрушку, которая является раритетом, которая кому-то ничего не стоит, а для кого-то это как бы целое состояние. Поэтому, знаете, когда мы покупаем или добываем игрушки где-то на каких-то блошинных рынках, в том числе в флимаркетах, то стоимость игрушки определяется двумя факторами. Первый – это за сколько мы готовы ее приобрести и за сколько продавец готов ее продать. Но это коллекция авторская, и здесь как раз-таки те вещи, которые, ну, без поездок не добыть. У нас есть игрушки, привезенные с дальнерики Амазонка. Ну, то, сначала туда не добраться, скажем так, кроме как по реке либо самолетом. Мы прилетели в город Икитос и потом несколько часов плыли на лодке в... верно, ну, не в первобытный общинный строй, но около того, как люди живут натуральным хозяйством, охотой, собирательством, у них нету электричества. Да, у них есть дизель-генераторы, как бы, но вот проводов у них нету, но включают они один день, у них есть спутниковая тарелка, которая там вот в одном, в местном магазине как бы стоит телевизор, сотовая связь не работает, ну, и ты попадаешь в такую вот, ну, можно сказать, колыбель цивилизации. Ну и вот в этом вот магазинчике мы, рассматривая, чем Бог послал, чем местные боги послали в плане питания, я через переводчика уточнил, может, у вас есть елочные игрушки? Они говорят, да, конечно, есть. И выносят именно такие вот, знаете, хендмейдовские игрушки, которые точно уже нигде не купишь, как каких таких вот в свободном доступе. Это вот реально из местных растений, сплетенные представители флоры и фауны того региона. Наверное, самые дальние игрушки, которые приехали к нам в музей, это игрушки из Новой Зеландии и Австралии. Такая вот интересная композиция, и тут очень-очень много эндемиков, это то есть те животные, которые проживают именно в том регионе. Это и цитакива, киви, символ Новой Зеландии, это кенгуру, символ Австралии. Очень интересная история, кстати, такую вот композицию, где кенгурята в виде оленей тащат такого вот коалу в виде Санта-Клауса. В Мельбурне есть магазин круглогодичный елочных игрушек. Я пришел туда и вижу эту композицию, понимаю, что она просто украсит мой музей и будет, знаете, такая довольно интересная. Однако цена меня немножко смутила, там что-то было долларов 250 она стоила. Я сделал фотографию, пошел на ближайший рынок для туристов, купил мягких игрушек. Потом приехал сюда, девочки нашей фабрики шили кенгурятам такие вот колпачки. И теперь вот, в принципе, подобное изделие, которое было там, представлено у нас. И только как бы те, кто посмотрит этот репортаж, будут знать, что это на самом деле наш хендмейд, но который как бы характеризует австралийскую реальность. Прообраз елочной игрушки – это яблоко. И именно немецкие стеклодувы выдули аналоги яблок из стекла, когда у них был не урожай, чтобы спасти праздник, именно яблоками украшали рождественские деревья. Это, ну, середина 19 века, считайте. Но еще есть одна особенность, что нету традиции как-то, знаете, какое-то клеймо ставить на елочные игрушки, чтобы понять там дату изготовления, там, либо мастерскую. Поэтому можем лишь каким-то внешним артефактом, ну, как бы формовая игрушка, то есть там дирижабль, ну, когда были дирижабли, там, начало 20 века, или какие-то еще артефакты, мы можем понимать, какие игрушки у нас. И вот так вот мы смотрим. Да, у нас есть какие-то экспонаты, конец 19-го, начало 20 века. Хобби стало любимым делом или делом всей жизни.
Когда мы открыли музей, это было 10 лет назад, мы его сделали, знаете, такому по европейскому такому стандарту. Ну, как бы не что европейский стандарт, а по классическому, наверное, музейному стандарту, когда все приходящие в музей получали экскурсию, ну, потому что экскурсия, вот я вам честно скажу, это 80% успеха выставки, потому что, ну, какой-то шарик стоит без истории, а тут талмуда не напишешь, не покажешь, как бы, да. Вот, у нас все получали экскурсию, все могли поучаствовать в мастер-классе по росписи елочной игрушки. Ну, знаете, что вдохновившись вот этими всем многообразием, можно было рисовать и забрать шарик с собой. А на выходе из музея у нас был маленький магазинчик. Мы какие-то игрушек набрали, там реализовывали, там российские, наверное, украинские, китайские игрушки, но люди спрашивали, а где же белорусские игрушки? Такие, вау, да, а где же белорусские игрушки? И потом зародилась такая идея, почему не возродить производство игрушек елочных в нашей стране. Ну вот мы возродили, у нас есть собственный почерк, наверное, собственный стиль, и вот более, там, не знаю, 100 тысяч игрушек уже каждый год вылетает, выезжает из стен нашей фабрики. Ну, как видите, самая популярная игрушка — это «Снегирь». Это «Снегирь», как бы, вот, не знаю, десятками тысяч они от нас улетают каждый год. И, знаете, бывает такое ощущение, что вот, наконец-то, рынок насытится снегирями, но вот почему-то нет, поэтому... Это птичка, которую мало кто, наверное, видел в последнее время в городах. Я вот не помню, когда последний раз видел снегиря, вы знаете, вот в городской местности. Но она у нас устойчиво является ассоциацией с Новым годом, поэтому как-то так вот. Да, есть музей елочных игрушек еще по миру, но, знаете, они обычно при заводах идут, ну, то есть музей там продукции этого конкретного завода. Вот в Клину, например, в России есть такой музей. Вот. А вот что-то подобного, как вот у нас здесь, я, честно говоря, не видел. И вот журналисты ко мне приходят довольно-таки часто, особенно в преддверии Нового года, ну, и задают вопросы там разными, там, интересными. И ни один журналист за 10 лет не сказал, что да, вот я видел где-то так вот, например, в Германии, где-то еще есть похожий музей, где вот собраны такие артефакты с разного, ну, с разных стран мира. Поэтому, возможно, такой, вы знаете, единственный такой музей во всем мире.